В Юргу прошло открытие Международного научного совета, где ведущие ученые мира ознакомились с презентацией об основных достижениях и развитиях университета в рамках программы 5.100 и обсудили стратегии в направлениях цифровизации, экологии и нанотехнологий, чтобы скоординировать научно-исследовательскую и образовательную деятельность в соответствии с лучшими мировыми практиками. Именно Международный научный совет очень играет важную роль в развитии международной деятельности нашего университета, потому что в этот совет входят представители разных стран, разных государств, разных профессий, но они все доктора наук, профессоры и все крупные специалисты в своих сферах. Поэтому нам очень важно их мнение и то, что они скажут, то есть по поводу развития университета, развития научных лабораторий, в каком сфере, в каких направлениях нам двигаться. На ученом совете обсудили потенциал Юргу по вхождению в ведущую группу университетов мира по развитию цифровой индустрии и разработке наилучших доступных экологических технологий. Сейчас в Юргу 8 международных лабораторий, и в этом году будет запущена магистерская программа в области цифровой индустрии. So Emerson is trying to grow in digital industries. Мы стараемся расти и развиваться, и это классное место для поиска новых стратегий и идей. И поэтому мы вместе работаем и продюсируем новые проекты и продукты в Челябинске. Мы привлекаем классных студентов, и мы ищем много нового. Мы многому учимся и учим сами. Это здорово, что мы вместе работаем. Во второй день ученый совет обсудит работу международных научных лабораторий, выслушает выступления магистрантов с дипломными проектами и предложения по открытию лабораторий с участием ведущих мировых ученых.